В эти выходные в Волжском на сцене ЦК «Октябрь» чествовали юные таланты. В День защиты детей свои заслуженные награды получили юные волжане, победители творческих конкурсов, приуроченных к 70-летию Волжского. С теплыми словами к самым талантливым и энергичным ребятам города обратился глава Волжского Игорь Воронин. Здесь собрались яркие, увлеченные, неравнодушные и, самое главное, интересные и интересующиеся люди. И в первую очередь, конечно, наша юная такое сообщество Волжан. Воспитанники детских садов и ученики школ Волжского соревновались в трех номинациях. «Тебе мой любимый город посвящается», «Мой родной город» и «Яркие овации». В число победителей вошли 120 юных волжан. У меня готовились четверо детей из класса. Мы учили стихотворения, посвященные дню рождения города Волжского. И надеюсь на призовые места. Они большие умнички. Они очень любят учить стихи. Сложностей не было, но стихи были достаточно сложные и длинные для первого класса. О городе Волжском все рифмы и краски, и гомон весенних грачей. Его принимаю без всякой опаски и без рецептуры врачей. Не только на пользу проспектные дозы, горчичные, солнечные дни. И даже когда по стране все морозно, не в городе детство теплее. Важным и волнительным стал этот день и для родителей, которые вместе со своими детьми разделяют их первые победы и поддерживают во всех творческих начинаниях. Надо продвигать и школы, и садики, чтобы так дети дальше развивались. Потому что для Волжского, это же молодой город, он развивается, это все важно для него. Это наше молодое поколение, которое будет в будущем развивать этот город наш. Украшением праздничного концерта стали выступления творческих коллективов ЦК «Октябрь» и Дворца творчества «Русинка». Яркие и задорные танцы, проникновенные стихи и трогательные песни. Ксения Голоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1».